В Стамбуле проходит 37-е министерское заседание Постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества. На мероприятии наша страна представлена делегацией, возглавляемой заместителем министра экономики Ниязи Сафаровым. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам заседания отметил, что пандемия повлияла на все сферы. Дисбаланс спроса и предложения привел к значительному росту цен на товары, что повысило уровень инфляции во всем мире. Заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров в своем выступлении отметил, что использование исламских финансовых инструментов имеет большое значение в снижении негативного воздействия COVID-19 на малый бизнес. Подчеркивал, что проведенные в ходе сессии интерактивные встречи внесут вклад в исламское финансирование малого и среднего бизнеса наших стран.